Она была в Париже. Наверное, погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, я вчера узнал, ой, не только в нем одном, какие песни пел. Я ей про север дальний, я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел о полосе нейтральной, и глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и ей сам Марсель Марсо чего это говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до меня? Она уже в Иране, я понял, мне за ней, конечно, не успеть. Ведь она сегодня здесь, а завтра будет возле. Да я попал в просак, да я попал в беду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.